конечно. Все-таки я обратил внимание на коллегу, что Турция у него. Давайте мы спросим. Али Джура, агентство «Анадолу». В результате атак Израиля в секторе Газа каждые 6-7 минут погибает один ребенок. Уже погибли 8 тысяч палестинских детей и более 6 тысяч женщин. Но на данный момент в Палестине человечество мертво. Значит, во-первых, я в целом согласен с тем, что вы говорите. Значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира, очевидно. Очень активен на этом направлении, и дай бог ему здоровья, потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа.